А ты, Марта, ну ты-то понимаешь, что я прав. Извини меня, Карл. У меня все перепуталось в голове. Наверное, ты прав. Я плохо разбираюсь в расчетах. Но нас уже не обвенчают. Это я поняла. Я ухожу. Не сердись, милый. Я устала. Я люблю тебя. Тебя люблю. Ну что ты? Я знаю, милый. Но и ради меня ты не можешь поступиться даже в мелочах. Помнишь, когда мы встречались с Шекспиром, он сказал: все влюбленные клянутся исполнить больше, чем могут. Они исполняют, даже возможно. Ну, это он сказал сгоряча, не подумав. Шекспир? Потом добавил: препятствие в любви только усиливает ее. У нас их чересчур много, этих препятствий. Они мне не по силам. Господи, почему ты не женился на Жанне д'Арк? Она ведь была согласна. Я знал, что встречу Марту. Обыкновенная женщина. Не требует меня больше, чем я могу. Я не гожусь для 32 мая.